Моя любимая маска, которой я сейчас с вами поделюсь, на первый взгляд очень простая, но имеет невероятный эффект. Эта маска очень хорошо разглаживает морщины и дает потрясающий омолаживающий эффект. Итак, что нам понадобится? Для этой маски нам понадобится 2 чайные ложки рисовой муки. Рисовую муку можно купить в любом магазине, можно купить в супермаркете, в отделе круп. Если в вашем городе не продается рисовая мука, вы можете приготовить ее дома сами. Для этого нужно взять 2 чайных ложки риса и перемолоть в кофемолке. И у вас получится рисовая мука. Рисовую муку нужно предварительно запарить. В моей тарелочке находятся 2 чайные ложки рисовой муки. Сюда я добавила 5 чайные ложки горячей воды. Перемешала все и оставила, чтобы рисовая мука остыла. Когда вы заварите рисовую муку, она должна у вас такая получиться твердая, густая. И затем в рисовую муку мы добавляем молоко. Также молоко можно заменить сливками. И молоко также можно брать, это миндальное молоко или же соевое молоко. Но сегодня я буду использовать миндальное молоко. Вы же можете использовать обычное молоко, а потом уже чередовать. В рисовой муке добавляем молоко. Молоко должно чуть-чуть быть теплым. И все это мы добавляем постепенно и хорошо опять перемешиваем. И у нас должна получиться масса. Она не должна растекаться сильно и не должна быть плотной. Ну, такую делаем, как крем. И доводим маску до такого состояния, чтобы она у нас не растекалась на лице, была удобна в нанесении. Следующим продуктом в эту маску будем добавлять косметическое масло. Можно добавлять любое любимое масло, которое у вас есть. Сегодня я буду добавлять масло авокадо, а вообще можно добавить и оливковое масло. Знаю, что у всех есть оливковое масло, можете добавлять оливковое масло, или же можно добавить подсолнечное масло, тоже будет хорошо работать на коже. Итак, в эту маску я добавляю масло авокадо, и сюда надо будет добавить 1 чайную ложку. Кстати, масло авокадо очень хорошо работает именно в области вокруг глаз. Убирает морщинки, убирает гусиные лапки, увлажняет кожу. Многие спрашивали, где купить вот такое вот масло. Можете спросить в аптеке. В аптеках продается любое косметическое масло. И вот это масло я вам рекомендую, именно масло авокадо, потому что оно хорошо работает именно в области вокруг глаз. И следующим компонентом в эту маску я добавлю несколько капель лимона. Можно взять витамин С добавить. У меня сейчас есть лимон, и поэтому я буду добавлять лимон. Так, добавляю несколько капелек, совершенно чуть-чуть. Теперь все хорошо размешиваю. И маска готова. Маску нужно наносить на чистое лицо. Наносим ее на все лицо, также область вокруг глаз, на шею, на зону декольте и также на руки. Держим такую маску 15 минут, затем смываем теплой водой и уже потом наносим свой любимый уходовый крем. Маску можно наносить кисточкой, а также можно использовать тканевую маску. Сегодня я буду использовать тканевую маску. Вот такие маски можно купить в интернете. Они очень удобные. Если кто вот любит, чтобы не сильно растекалась маска на лице, то вы можете использовать вот такие тканевые маски. Такую маску предварительно я смачиваю в воде. Тканевые маски мне нравятся тем, что маска не растекается. Вы можете просто сейчас вот нанести вот таким образом на тканевую маску, потом маску на лицо и затем уже кисточкой нанести маску на шею, на зону декольте и также на руки. Сейчас я буду использовать эту маску. И также маску рекомендуется делать в вечернее время, так как здесь есть витамин С, так как есть здесь лимон. Эффект маски просто потрясающий. Кожа разглаживается, такая становится ухоженной. И, конечно же, омолаживается кожа. И вы увидите сразу после первого же применения. Поэтому советую такую масочку поделать. Такую маску лучше делать курсами 2 раза в неделю в течение месяца. Затем делаем перерыв для того, чтобы не было привыкания к маске. Спасибо всем за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Оставайтесь всегда красивыми, здоровыми и молодыми.